Привет, Женька, привет. У Женьки сегодня день рождения. Вот, ему 75 лет исполняется. Хорошо, да? Сохранился. Нет, меньше исполняется. Спрашиваете меня, как? Поменьше мы не скажем. Сколько, наверное, да? До 75. У нас Линий сегодня на Женькин день рождения. Всегда что-то такое необычное происходит, да? То снег выпадает. Выпадает, то компьютер. А дождь был хоть раз? То интернет не работает. Жень, дождь был хоть раз на твой день рождения? Был, конечно. Был? Конечно. А вот сегодня вот Линий. А в прошлом году не помнишь, что было? Снег, по-моему, выпал попозже. Попозже, да. Не было, по-моему, снега. Это был, по-моему, в 12-м году, что снег выпал. В 12-м? А, по-моему, каждый год, нет? Нет, в 12-м. Я думал, каждый год. Я думаю, ну надо же, а сегодня вот у нас иней, солнышко. Он весь синий. Я пойду сейчас там иней засниму вам. Иней. Какой красивый. Иней. Памятные прищепки. Сейчас мы идем закупаться с Женькой. Пойдем мы сейчас в светофор. Сейчас. А, сумки, да. Сумки. Дима. Дима. Пойдем потихоньку. Сумки брошу, а вы можете потихоньку приходить. Сейчас, подожди. Женька нас забирает сегодня от мамы. Мы целую неделю были у мамы. Пойдем. Там я тоже написала немножко. Солнечную дорожку. Какая дорожка? Солнечная. Красота. Ну, смотрите, вот так стало. Тут мы вот покупки сейчас купили. Уже день рождения сегодня. Светофор мы не пошли. Купили все в перекрестке. Вот так стало. В принципе, я вам снимала лучше. Тут какая-то вот вытяжка. Вот так мойка пока что. Вот. Машинка тут стоит. Микроволновка на ней. Посуду даже ставить некуда. Кто там идет? А, вертолетик нашел. Сейчас ты его швырнешь, он у тебя сломается, да? Дима. Ну ты его не кидай тогда. Вот. Ну, вот так все стало. Думала, конечно, я, что будет по-другому немножко, что вот поставить вот сюда, вот так стол, и, не знаю, как-то. Ну, не знаю, как-то вот так пока что. Сейчас я буду раскладывать сумку, расскажу, что мы купили ко дню рождения. И все засниму вам. Так. Именинник разбирает. Признаси, что там? Торт у нас. Около 250 рублей, да? Крабовые палочки на салатик. Креветки где-то 600, да, с чем-то были? Куда ты их понес? Твои стаканы снимать должна. Горошек. Теперь все по-другому. А, нет, есть майонез. Ну ладно. Сок добрый. Да, мы еще купили мартини. Ой, хотел сказать целый килограмм. Нет, целый литр. Мартини. Мы не пьющие. Ну, на Женин день рождения мы выпиваем и такую мартини. Тоже интересно, хочу попробовать. Кого ее? Мартини? Водичку на следующий день. Вот, сок. Это Женя себе сок. Какой там персиковый. У меня сок получается вот апельсиновый. Тут я еще это не прибралась. Не успела. Вот, торт. Я люблю торты, где... Такого хлеба мало, практически нету. Надеюсь, что вот он подойдет. Вот, ну и все. За все это мы заплатили почти 3000, короче. Там 2800 с чем-то там. Да, еще креветка. Это салат. Вот. Женька будет делать салат сегодня. А я буду снимать или смотреть. Посмотрим. Итак, Женька делает салат. Фирменный.
мужской салат. Добавляем туда крабовые палочки. Целуем на точку. Ну, это на вкус салата не повлияет. Тут мой кофе не остывает. Еще несколько раз. Целуем на точку. Этим сыт не будешь. Ну, видно, у меня в прошлый раз тоже тогда на день рождения сломался компьютер, в этот раз на день рождения прям вот компьютер такой. И что-то не на камеру это все говорит. Чтобы все знали. Женьке сломался компьютер. И сейчас звук. Звук сейчас. Ну ладно, я тогда ты еще отложу, может, Женька как-нибудь заедет, пока на старом компьютере посижу. Я уж теперь. А сегодня посмотрим, что там по старому компьютеру. Ты, кстати, не придумал какой-то? Да выключи камеру, а то мы общаемся, все равно, все слушают. А кто виноват, что ты рассказываешь? Да и надо что-то говорить, пока делаешь салат. Ну говори вот, пока делаешь салат. А ты говорил. Что-то надо придумать какой-то. Ну говори, говори. Да думает. Куда сходили мы сегодня с тобой, расскажи? Мы сходили сегодня в перекресток. Накупили. Кстати, ты, по-моему, креветки взял не те. По-моему, я говорила про килограмм, который 600 с чем-то стоит. А там 750 грамм. Ладно, либо сколько? Там лежали, да что-то. У нас полно еды. Если еще колбаска есть, там есть, я говорю, и корка есть. Ладно, это корка на завтра нам с тобой все. Все, что там есть. Холодец есть. Там холодец вообще? Я думала, там хоть это... Которые родители сделали, а там другой совсем. Холодильник вообще пустой. Специально его опустошала перед ремонтом. Тай. Кого тебе? Ну, ты мне кусочек дашь. Подожди, будем кушать вместе. Здесь мой кофе. Спать хочу. Сейчас я усну точно. На стене я уже тут прибраться уже успела. Хотя мне не нравится, как ставить стол. Что-то... Говори, я добавляю яички. Ты рассказал свой секрет? Да не, я не умею говорить. А надо что-то рассказывать, начнем про свой компьютер. Ну, потому что у меня голова болит об этом. У тебя день рождения, а у тебя голова болит. Ну, я имею в виду за компьютер. Ну, за них назвать, наверное. Я тут еще рубей пью. Маш, а такие креветки? А есть такие, такие. Так надо было только таких взять. Такие длинные не очень. Я не люблю такие длинные. А ты на креветку начнешь варить? Ну что? Все, сейчас. Мы не добавляем варить. Я добавляю на еду. Давай.
такие креветочки у нас. Я думала, здесь килограмм, здесь меньше килограмма. В принципе, вот вам кастрюлю видно. Сейчас мы сюда будем бросать наши креветки. Я налила мало довольно воды. С чайниками. В чайнике у меня уже горячая вода. Ну вот, она забулькала у меня. Прошло после этого минуты две, наверное. Три. Вот тут уже успел прийти Женька. Так, сейчас мы... Чуть-чуть я вас отодвину. Сейчас мы будем высыпать туда. Ой, воды там сколько. Не люблю этот процесс. Там еще, знаете, можно посолить. Но я солить не буду. Вот, потому что сейчас вообще ничего не солю. У меня тут все складывается. Как все беленько, как красиво. Кстати, здесь на кухне плитку, не помню, я говорила, сняли почти за сутки. Она хорошо отрывалась. Это радует. Значит, у нас еще в туалете плитка есть. Значит, она там тоже будет хорошо сниматься. Здесь, кстати, вон, смотрите. Этот линолеум красивый, толстенький. Ой, что-то у меня там сложилось. Ай-яй-яй. Закрутить забыла. Слушайте, наконец-то я дома, господи, наконец-то. Дома так хорошо. У мамы, конечно, тоже хорошо. Дома лучше. Так, и надо нам с тобой целое время засечь. Блин, часы были здесь. Часы убрали. Там, по-моему, короче, как она кипеть начнет. Она уже, в принципе, уже тепленькая. Ну, в смысле, не холодная. Как начнет кипеть, так сразу надо вытаскивать. Сейчас пойду за тарелку сбегу. Стеклянная, чтобы было все красиво, как у других людей. Блин, это все постепенно надо, конечно. Сразу все не одолеть. Да, тут, видите, у меня еще... И тут у меня я уже прибралась немножко, тут у нас тарелки стоят, вот то, что вот свекровь купила. Это вот так пока у нас. Конечно, по-хорошему нужно какой-то стол. Не знаю даже, где его брать. У меня был стол свой когда-то еще на той квартире. Мы от него избавились, потому что я купила свой, купила другой стол, заказал под заказ. И от того пришлось избавиться. Вот. Ну, чтобы место, потому что там была однокомнатная квартира, и было очень мало места. А сейчас я думаю, господи, зачем от него избавиться? Он прекрасно сюда встал. Я знала, что он еще понадобится. Вот. Но муж, нет, нет, когда мы еще переедем, неизвестно. Еще тогда Димы не было. Как раз Дима у меня только-только появлялся в пузике. Вот, на тот момент. Только-только зарождался, я еще бы даже об этом не знала. Вот. Ну... Не знаю, надо будет что-то поискать такое. Что-то искать будем. Сегодня я только первый день вот приехала. Будем что-то думать, потому что кухонный гарнитур, наверное, будет теперь только в следующем году. Кстати, сегодня у нас 13 ноября. Вот. Не знаю, как это видео выйдет, потому что монтировать мне опять надо будет там довольно много. Но я постараюсь, чтобы они выходили как положено. Вот. Кофе попила, прям вообще так хорошо. Хорошо так стало. Ну вот, они почти закипели. В принципе, они не сырые. Мы их выключаем. Опа. Будем класть в другую чашу. Вот в такую вот я покупала для чизкейка. Ну вот она довольно маленькая. Такая у нее сантиметра 2-2,5. Вот, она, по крайней мере, жаропрочная. Будем класть сюда. Почему я еще бегаю? Потому что у нас до этого для креветок была отдельная чаша. Она была пластмассовая. Вот, и она была такая вот широкая, такая большая. И во время переезда она просто потерялась у нас. Ну, скорее всего, ее выкинули, я так думаю. Вот. Ну, так бывает.
Кстати, вот бульончик здесь остается. Здесь можно какой-нибудь супчик сделать. Да, я люблю экспериментировать. Тяжелая. Ай-яй-яй. Сил нет удержать. Опа. Я вас тоже перенесу. Покапать придется тут. Вот, и они все лежали такие, знаете, как на ладони. Она такая была большая, пластмассовая. Она мне очень нравилась. Но это была чаша не моя. Это была чаша моего мужа, как бы свекрови. И поэтому, поскольку она ихняя, ее просто выкинули и все. Вот, а я подумала, что выкину ее тогда, когда куплю новую. Да, креветок именно. Вот. Ну, походив по магазинам, конечно, я не нашла такое. Тут они некоторые тонут. Вот. Что-то они тонут, странно. Напишите в комментариях, что они тонут у меня. Некоторые. Ну, все. Это я оставляю тут. А мы с вами... переезжаем туда. Ой-ой-ой. Ой. Какая большая. Тренога. О, у нас уже что? Так. Вот наши креветки. Ну, мало, конечно, получилось. Мало. Вот он. Вот наш столик. Женька, самое главное, мы с тобой что? Самое главное, что? Это ложки! Кто? Ну нет! Чтоб ты рос у нас! А я уже вырос! Я уже вырос! Женьке сегодня сколько лет? 41. 41, представляешь? 21. А мне 31. И мы, значит, тебя за ушки трясем сколько раз? Ну, пару раз хватит. Нет. Ну, хватит мне ушки, не надо. Раз, два, считай все вместе. 3, 4, 5, 6. Это руки убери мне. Так, сколько? 3 было? 4. Запасы 6, 7, 8. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41! Теперь, как ушастик. С днем рождения, Женька. Ну, подарок ты сам знаешь, мне не до подарка было. Ну, я тебе его среди недели куплю, и также на каждую я тебе его подарю. Я салатик сюда себе буду перекладывать. А, ты будешь еще перекладывать салатик? А что, мы из общего лучше, что ли, будем? А, ну да, я уже забыла. Ну, на себе устарел, давай ты себе положи. Ты майонез добавил, ты не добавил майонез? По-моему, майонез. Ты что еще хотел? Я уже забыла, что хотела. В принципе, вы видели. Так вот. Давай я майонез еще добавлю, ладно. Ну подожди, ты тут ходишь. Ты вот. Ну, давай, позовешь. Куда ты пошел? Ну, я хочу кушать съесть, а ты все это. Давай кушать. Торт. Торт. Мирель. Называется. А тут еще другие. А тут с апельсином бывает, оказывается. Офигеть. Пойдь там дуть. Мы все празднуем день рождения. А ягодный мусс называется. Ну хватит там обывать. Что-то я никакого. На креветки так положи. Ты, короче, тут ела, ела. Или съела. Не доела. Потому что Женька кушает быстро, а я медленно. А я. Поэтому надо было уделить мне больше раз. Вот, вот такой торт у нас. Женька, открывай. Нарезай. А, сейчас я. Ну давай, открой его. Тут вот подтягиваем.
Ты своей рукой все загородил? А. Дай тебе на его. Ба, а было уже вроде нарисовано. А. Нарисован на этой этикетке. Короче, тут говорится, что торт вот он такой вот. Сейчас мы это узнаем. А что только себе? Ты возьми блюдце, Жень. Блюдце. Блюдце. А где блюдце-то? Они там же, Жень. Должны быть. Если вы их не съели за эти дни. Нежный мусс. Из малины и черный смородины. Ой, я люблю черный смородины. Короче, я делюсь сердечками мне. Он так ароматно пахнет, действительно. Вот это, короче, мне, а это тебе, да? Да, отдели. Да? Отдели. Да? Нет, мне побольше. Мне вот это, а тебе это. Нет, мне тоже. Ты же сказал да. Тоже хочу. Ты же да сказала, Жень. Я тоже хочу с ягодами. Ну, ягоды, они там внутри. Значит, это мне, а это тебе, да? Так, слушай, не жать. Да или нет, Жень? Или вот так? Вот так вот, конечно. Ну, а почему так? Чтобы всем все понял, достал. Да, ты отвернись лучше. Так, я делю вот так вот, да, Жень? Вот так вот, вот. Да, Жень? Жень. Вот так вот, да? Вот тут поменьше, а себе... Если будет не порно, я потом у тебя кусок заберу. Ой, я испачкалась, по-моему, тут. А, нет, вообще-то. А тут какая-то это, Жень. Что-то налеплено. Мне надо найти. А, вот тут она. Что я вообще тут все делаю? Что-то налеплено. Ты снимаешь все там на камеру. Пожалуйста, с днем рождения вас. Оближите, пожалуйста, ее. Я представляю, как ты будешь ее облить. Длинный такой. А с виду да. Он как раз это. Как на картинке. Мягкий такой, прям мягкий. Делю на 4 части. Я еще состав там не посмотрела. Лопаточки нету. Женька, вынимай. Я поделила. Вот твоя, это моя. Ну, что-то ты себе там больше не делила. Нет. Давай вот это себе. Нет, зачем? Это мне, это тебе. Ну, мерить можешь себе забрать. Чуть не с этой там. Сейчас приду с линейкой, буду мерить. Как это дальше? Тебе. Нет, подожди. Ты себе хочешь сразу два? Оставь на завтра. Сразу на чем? Ну, ладно. На завтра оставь, Жень. А мне кто будет накладывать, я что-то не поняла. Ладно, ешь. Давай. Ты будешь ножом есть, что ли? Да ложечка нормальная. Маленькая. Ты засранец какой-то. На. Сквозь дня рождения я себе вот мерить дам. Себе возьму чуть поменьше. Я себе... Женька обычно у нас сразу все съедает, а я себе оставляю на завтра, на послезавтра. В итоге получается, что я ем, а Женька голодает. Может, он съедает все сразу. Ложечку нашел, буду ей есть. Нож такой вкусный. Давай урони еще все. Ой. Вот он, в принципе, такой вот. Что-то корж немножко неровный. У тебя тоже неровный. Вот он идет неровно. Не знаю, может, так задумано. Может быть, нет. С этой стороны была наклеена бумажечка. Хотя было бы лучше, если бы не наклеена. Не уроню я его сейчас. А с этой стороны ровно. Значит, не задумано так. Да, сразу вам проведу обзор тортика. Сразу вам проведу обзор тортика. Мягенький. Такой нежный, как это йогуртовый, что ли, вот что-то такое. Нежный, такой вкусный. Под зубами какие-то мелкие косточки. Там малина была написана, да, Жень? Значит, малина. Значит, малина натуральная. Возможно. Ну, не будут же косточки еще добавлять. Неприторный, нормальный такой, вкусный, да?
Прям ягоды такие чувствуются. Мне кажется, даже маленькие, прям именно ягоды, не вкус. А, ягода. А вот тут такие сердечки. Сейчас я еще сердечко попробую. Когда покупали, кстати, их не видела. Такие вот сердечки. А это Сережа, это у себя на даче живут, да, получается? Уже я снимаю. Ну что там снимать-то уже все сняли? Сердечки жесткие. Ну и, наверное, свой второй кусок тоже съем, что-то более вкусно-то. Ешь. Я потом буду всю неделю есть торт, а, я себе а ты будешь голодать. А я себе еще. А я еще буду есть. У меня будет впереди еще пол торта. Ты свой доешь, у меня будет свой этот торт. Еще половина торта. А ты уже будешь голодать. Сейчас я быстрее ем, а может я съем. На конфетку похоже. Сейчас ягодку еще попробую. Скажу вам. Нет, ягодка, по-моему, не настоящая. Либо она прям замоченная, но вряд ли. Похоже на... Как их вот продают, Жень, помнишь? Мармелад. Мармеладные всякие такие эти. На мармелад вот он похож. Хотя она с виду похожа прям на настоящую, да? Стену ведь долбили вот к этим розеткам. Жень, про торт сейчас. А, да я про ремонт сейчас. Ну давай я здесь сделаю ролик отдельно про ремонт, и ты все расскажешь это. Вот такой у нас был тортик. А